Военно-спортивный центр Ставрополя планируют открыть в середине этого года. Деньги на объект уже заложили в краевом бюджете. Это средства, сэкономленные на обслуживании регионального госдолга. Об этом рассказал губернатор Владимир Владимиров. Глава региона поставил задачу запустить механизм подготовки молодежи по военно-учетным специальностям и граждан, пребывающих в запасе. В небольших населенных пунктах Ставрополья в этом году установили 17 вышек связи. Об этом губернатор Владимир Владимиров написал в своем телеграм-канале. Глава региона подчеркнул, работа по обеспечению жителей сел, хуторов и аулов стабильной мобильной связью продолжится. До конца года еще для 19 малых поселений проведут высокоскоростной интернет. В Курсавке стартовал второй этап капитального ремонта очистных сооружений. Обновят два медленных фильтра, которые установили еще полвека назад. Это увеличит производительность объекта до 6000 кубометров в сутки, сообщили в региональном министерстве ЖКХ. Реконструкция сооружений улучшит качество водоснабжения для жителей 9 населенных пунктов Андроповского округа. Ремонт проходит благодаря субсидиям Фонда национального благосостояния. В этом году в Грачевском округе отремонтируют участок подъездной дороги к хутору Октябрю. Там заменят более 8 километров проезжей части, сообщили в региональном Миндоре. Также на отрезке укрепят обочины, нанесут разметку и установят знаки. Реконструкцию проведут по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В поселке Айгурском построили фельдшерско-акушерский пункт. Медучреждение возвели из быстровозводимых модульных конструкций. В здании разместились кабинет фельдшера, процедурная комната и служебные помещения, сообщили в региональном Минздраве. В ближайшее время ФАП завезут мебель и оборудование. Работы провели по краевой программе модернизации первичного звена здравоохранения.